Хей, hey, с вами Шумики, и мы продолжаем пройти игру под названием Devil May Cry 5. Короче, как вы видите, у нас уже в главном меню появился главный герой, второй, да, типа, это Ви. Ну, Ви. Или просто В. Хорошо, миссия у нас пятая, дьявольский меч Спарта. Скорее всего, я представляю, кто там у нас будет. Это будет у нас так. Прислужник В быстро разобрался с огромным демоном, прессовавшийся к корням Клипота. Так, однако внутренний разметр твари уничтожил дорогу и сбросил Ви в подземелье. Мне кажется, если это меч Спарды, то, скорее всего, это будет у нас Данте. Так, и таймер. Вот скажите мне, как можно порезать язык о фисташке? Именно из-за количества соли. July 7, 27. Мы живы, мы целы. Вот так и свезло, Ви. А давай так с корнями. Корни Клипота. Они повсюду. Ну, мы вроде как под землей. Стало быть, нам предстоит небольшая уборка. А я как назло, чтобы... Та-та-та-та. Так, сюжет. Да, все, отличненько. Так, персонализация. Блин, у нас все-таки Ви будет главным героем сейчас. Ну, я не хочу сейчас персонализацию делать. Или взять сейчас персонализацию. Не, мы сказали, что будем в течение игры именно там делать все это. Не, ну Ви, он бы такой как бы специфический персонаж, потому что там просто кнопки жмешь и уворачиваешься. Ну, мы будем, если что, ястреба прокачивать его. Так сказать, птицу-курицу. Потому что именно способность молнии, она довольно сильная. И плюс мы ее там прокачали, если мы ее прокачали, она должна бить у нас по большому радиусу. Шо, полетели. А теперь найдем... Так, найти бы выход. Пипец, смотрите, как он быстро все делает. Вот вы понимаете, да? Вот... Вау. Вот это сейчас динамически, я не спорю. Но это потому, что мы под землей и здесь закрытое пространство. Скажите, что вообще происходит? Ой, подвисло. Изи, си-си-си. Ну вы видите, вот это да, динамически, я не спорю, вот это была жопа. Типа очень быстро все. Не хочу, чтобы так вся игра шла. Но вы... Сорян. Я, короче, посмотрел, почему эта херня происходит. Оказывается, это не только у меня. Это нужно специальный кодек. Какой-то там менять или что-то делать, чтобы запустить его. И, если что, я настроил этот. Теперь я смогу пройти... Так, дальше не пройти, придется идти напрямую. Еще я понаходил... Как бы я не понаходил, я сделал как это. Как оно называется, скажите мне, я скажу вам. Первую, вторую и третью часть HD вот он, Collection я замутил. Поэтому мы в следующий раз пройдем и остальные серии. Когда я пройду именно DMC, ну, скорее всего, это будет последняя... Так...
Что это за фрезер, скажите мне? Жопа. Так, ну это наверху, хорошо, это изи забраться. По платформам наверх. А, вот так совсем при... следи за потолком, Ви. А что с потолком не так? Воу-воу-воу. А можно ящерки атаковать? Я не понял сейчас, что это было за дерьмо. Но он почему-то решил... Так, слушай, я не буду его атаковать и убивать. Поэтому нафиг. Окей. Очень херовой работает пантера. Херово работаешь. Давай, погнали, драком. Ладно, поехали, поехали, поехали. Так если он чутка что-то то там. А, все, мы уничтожили, да? Не, мы не уничтожили. Я не понимаю, как работает его вообще атаки. Ястреба. Слабо, слабо, слабо. Вот это что-то пошло у нас. Вот, ну, как бы... Здесь просто играется у нас с помощью закликивания, поэтому и... Такое. Да, теперь он медленнее передвигается. Да чего же большой корабль? Подожди, мы на корабле. А, чё ты его не убил? Так, всё. Ястреб сюда не смог зайти.
Осколок, у меня же их два. Я не понимаю книгу, типа. Он начинает вот читать книгу. Не, вот так намного быстрее передвигаться. Да, нужно смотреть на потолок. А за это деньги не даю, да? За белые осколочки. О, тихо. Так, 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 не-не-не-не, стоять. Погнали обратно. Я хочу забрать этот кусок. Как мне туда попасть? Я думал, тут был проход. Походу нету. Ладно, я походу ошибался. Я не понимаю, что это дает. Что это дает, я не понимаю. Ладно, кристальчик, походу я тебя не возьму. Походу все. Вот как мне туда попасть. Алло. Как мне туда попасть? Не-не-не-не-не. Туда же как-то можно попасть. Алло, вы гоните? Только не понимаю, с какой стороны. Почему я тут не мог пройти? Давай, подрубай эту. О. Может, здесь пройти можно? Нет. Но просто там очень много душ остается. Жи.
GG просрано. Или все-таки попытаться достать. Ну, время у нас есть, поэтому. По идее, все должно быть на вот этом вот уровне. Может, тут проходы где-то есть, которые я не вижу. Вот, а выход обратно. Нифига, да. Да уж. Ладно. Но это последнее было. Я больше не знаю, куда идти. It's your turn. Можно быстрее, пожалуйста. Юзай пуму, блядь, взяла с нее. Нужно посмотреть, как птица то работает до конца. Здесь тоже прохода нету. Вот здесь вот есть, но он не хочет туда идти. Подождите, она может ломать и уничтожать. Ай, ладно, посрать. Не могу, не могу. Прыгаем вниз тогда. О, ни хрена себе. Махина. Императорские вредители. Импуза королева. А вот это будет жестко. Давай, 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 давай. А хотя... Не такой уж и жесткий. Может, это, блядь, и есть этот проход туда. Почему мне кажется, что оно так и есть? GG. GG. Это есть этот проход. Я не понимаю, как это работает. Что это за херовина вообще? Все, он походу сдох. О, души. Наверняка отсюда можно как-то выбраться. Наверняка. Наверняка. Угу. Хорошо сыграно.
А как я мог тебя упустить, скажи мне? Как я мог не додуматься? Ну ладно, в принципе, я боялся этого. То, что потеряю. Поэтому нормально. Поэтому нихера у тебя тень. Слайсом. Да не, пантера тоже нормально наносит. Так, с густки крови мы спускаемся еще ниже. Больше ничего, да, нету? А ну-ка. Нет, все. Побежали тогда вниз. Что там в дырке? Заглянем. Глянем, только мне бы прокачаться. Ой, блядь, что-то в ухо ударило, ё-моё. О. GG. Плюс FPS. Не, белая вообще мне даже души не дает. Полагаю, нам сюда. Так. Это было нечестно. Ну, атакуй, почему ты не атакуешь? Давай, пантера, атакуй! Все. Тисишка. Слабая какая-то пантера, я не знаю, почему она у меня отказывается атаковать вообще врагов. Поэтому мне приходится тратить фиолетовую энергию для того, чтобы она хотя бы ее начала атаковать. Нормально. О, такой чё ты? Медленно добивает. Вот куда, блядь, пантера побежала? Готово. Я понимаю, что мне, скорее всего, наверх нужно на выход идти, но мы пойдем немного сюда.
О, кристалл жизни. Сфера жизни. Плюс ХП, плюс деньги. Они. Только одно. Если что, мы вызовем голема. А здесь должен быть уже босс. Ура, наконец-то выползли. И погляди-ка телефон. О, нихера себе телефон, серьезно. Так, у нас уже 51 кусочек. Поэтому уже скоро, скоро, скоро босс. Это по-любому. Привет, мне бы не помешал помощь. Все ясно, жди там. Ни хрена себе появление. Из-под земли. Сейчас посмотрим голубя насчет голубя, серьезно. Грифон, а почему ты у меня этот? А дольше удерживать? Вон он еще. Давайте кусочек жизни купим. Хотя нет, давайте, наверное, или грифона прокачать. Атака с фланга, двойной шаг. Нажмите Shift. Назад, вперед. Нет. Не-не-не-не. То, что я в основном буду использовать, это вот эти, поэтому ее и берем. Кошмар. Не знаем. Взрыв. Слишком еще королевская вилка. Так. Обрушить с небес дождь из демонических тростей и за раз убить всех умирающих врагов по... Так, по области. Тратит шкалу... А, пф, нахер надо. Повышение. Оседлать демонического зверя кошмара. Ни хрена себе. Я не считаю это прикольным, ладно. Ух, 40 тысяч. Так, ладно, купить. Купить. Все, мне полчаса больше ни на что не хватает. А если точнее, нужно еще посмотреть, может, мне хватит на какой-то навык. Для тени. Нет, для тени нет. Способности нет, ну давай грифона. Карусель, ну это фигня. Нет, все значит. Да, закончить персонализацию. Нет у нас что такого годного прокачать. И здесь думаю, сейчас запишу серии, все будет классно, круто. Закрыл глаза, просыпаюсь уже 12 часов ночи. Найс. Так. Да, все есть. Отлично.
Что, полетели тогда? Я думал насчет Спарды. Малфас. Ну, разумеется, опять головная боль. А вот это что я не принимаю? Во все случае. Я думал, меч Спарды типа у Данте. А ты еще дьявольский меч Спарда. Ты знаешь, где его найти. Он приказал мне забыть о мече, но я не могу позволить себе подобную роскошь. Покуда у Спарды остается кровавый наследник, остается и угроза. Ты понял меня? Дьявольская амальгаха Малфас. Найди меч и уничтожь. Только тогда я стану настоящим владыкой. Кто он? Почему-то, мне кажется, она говорит зови. У них одинаковая типа сила. Ну, темная. Мне кажется, это будет бой немного посложнее из-за коня. Так, королевской бездны. Верховный рыцарь на Герионе. Все ясно? Неизвестно, кто ты такой. Не бойся. Больно не будет. Ох, манать. Эй, улетай, улетай. Я это хранил до последнего. Эй, давай, атакуй его. Воу-воу-воу-воу. Владыка контроля времени, да, я тоже заметил. Голем какой-то слабенький. Вот это плохо. Ой. Тихо, ворота, 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 ворота. Ух, это плохо. А что это за херовина, слышь? Не смешно, не смешно. Тихо, 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 тихо. Ой,
and eternity in an hour. О, сработало. Давай, 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 давай. Изи, 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 изи. No clock can measure. Die. Ну, только потратил, считайте, две шкалы. Но это не так много. Может, я сейчас буду... Может, я только его коня убил? Ви. Я в порядке. Нужно догнать его. Если дьявольский меч Спарды все еще существует, то наша последняя надежда. Ви, погоди, подумай-ка минуту. Ну найдешь ты его, а дальше что? Только сильные телом и духом могут совладать со Спардой. Жаль тебя расстраивать, но размахивать Спардой у тебя не выйдет. Это верно. А как насчет мальчишки? А мальчишки? Неро. Это для моей это руки? Вперед. Да, походу она. Когда мы доберемся до Спарды, даже я смогу почувствовать присутствие меча. Может, он серьезно сейчас даст, короче, таки ровно мне сделают еще одну руку, которую, конечно, я же не буду покупать и даже ей пользоваться. Слабо. На. Ну, хотя бы души заработали. Ну что, всем, в принципе, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. А, не, подождите. Давайте, наверное, будем еще в конце серии смотреть, что у нас новенькое в галерее. Поэтому еще нет, еще не пока-пока. Ну, если что, вы можете уже видео заканчивать. Ну, выключать там. Так, проигратель, сюжет, библиотека. Письмо Моррисона, часть 2. Когда Данте использовал имя Тони Рейдг, тут было одно местечко. Подвал Бобби. В эту пивную часто захаживали охотники за головами, будучи солдаты удачи и наш дружок Тони. Он время от времени наведывался туда в поисках легенд, так, легких денег. Прямо как все другие отбросы и лодыри, вот такие был подвал Бобби. Конечно, там было много ребят вроде меня, мы регулярно навещали подобные заведения и торговали там ценнейшей информацией. Кроме того, обеспечивали местных работой, мы сами неплохо зарабатывали. Уж поверь, старина Тони принес мне кучу бабла. И тем не менее, в карманах у него гулял ветер. К тому же, он каждый раз работал ломал свои пушки. Сейчас я понимаю, почему, но тогда лишь вызывало у меня недоумение. И вечно задавался вопросом, чем он, заряжает, раз они вечно ломаются. Старая оружейница вечно полоскала ему мозги. Полоскала ему мозги, блядь. Так, нормальное оружие для тебя все лишь пукалки да Тони. Так, в конце концов он так и сменил, что... Прям, я понимаю, я читаю, я не могу, мне язык, блядь, болит нахуй. В конце концов он так и смекнул, что такими темпами он никогда не разбогатеет. И заказал у старушки уникальное оружие. Да-да, это оно, познакомься, Данте. С его подружками Эбони и Айвори. Иногда не поверишь, но она померла вскоре после окончания работы. Ну, думается, ее... Ее пришили? Кто именно, не знаю. Меня, видишь ли,
тогда не было в городе, я был занят каждым делом. Но Тони нет Данте. Он, похоже, знал убийцу. Один мордоворот из Приутона, где он часто зависал, сказал, что после ее смерти он ушел куда-то так чертовски подавленным. После этого Тони Редгрейв больше никогда не объявлялся в подвале Бобби. Язычок мой, бедный язычок. Так, реестр оружейников. В том же, что касается изготовления прекрасного оружия, Нелл Гельтер, так, истинно нет равных. Пистолет Нелл, так, произведённое искусство. Произведение искусства. Она не перегружает их деталей и не жертвует функциональностью ради формы. Наоборот, работа Нелл отличается качеством просто и элегантностью. Нелл наполняет свои работы истинной красотой. Она была одержима оружием калибра 45 и разработала множество уникальных конструкций, заслужив прозвище художницы 45-го калибра. Но, к сожалению, Нелл Голдней погибла в неприятном инциденте несколько лет назад. У нее осталась дочь, хотя на момент трагедии Нелл практически не поддерживала с ней связь. Множество любителей оружия, включая автора этой статьи, надеюсь, что дочь пошла по стопам матери. Так, отчеты Ника. Давайте сразу по предметам. А, ну по предметам можно уже не заходить. Оружие. Ви. Да, у Ви много оружий. Так, ладно, отчеты. Эмпу за королевом. Нихера она выглядит. Я так и знал, где рабочий муравей, там, конечно же, и королева. Это барышня. Эта барышня покрыта броней. Надежно уберегая ее от атак и неплохо вооружена. И стоит ее разозлить, так только держись. Порвет на части и других демонов, лишь бы добраться до тебя. Так, и будет этого мало, но она и впадает в неистовное, если попьет крови. Следи за цветом ее тела. За покраснением, так сразу же делай ноги. Значит, если она покраснеет, значит она вот начинала нас атаковать, да? Хорошо. Боссы. Верховный рыцарь на Гарионе. Так, в древних текстах по демонологии Гарионов зовут Вейс Демоникус, что в переводе означает демоническая лошадь. Ты еще со мной, красавчик? Так, похоже, эти демоны могут выглядеть совершенно по-разному, но у них есть кое-что общее. Возможно, управлять временем. А еще они очень горды. На эту лошадь так просто не запрыгнуть. Если Винни врет, стоит отдать тому рыцарю должное за то, что он смог так оседлать Гериона. Ну, в принципе, прикольно выглядит. Так, ну что, в принципе, все. Вот теперь можно сказать GG. Поэтому всем пока.